Хотите глотнуть виски, мэм? Ну, конечно, нет. Как сегодня любят шутить многие, алкоголь не помогает найти ответ, однако отлично помогает забыть вопрос. Без напитков с градусом не проходит практически ни одно торжество. Это уже стало неотъемлемой частью жизни многих людей. Сегодня расскажу вам о таких алкогольных напитках, которые вы вряд ли осмелитесь попробовать. И сейчас поймете почему. Кенийское пойло Чингаа – один из самых дешевых и опасных алкогольных напитков в мире. Несколько глотков приводит к сильнейшему алкогольному отравлению и частичной потере памяти. Делают его дистилляцией из проса кукурузы и сорга. И немного аккумуляторной кислоты, керосина и много еще чего для крепости. Стоит примерно 11 копеек за стакан и пользуется большим спросом. Вот посмотрите, как его изготавливают. Наши самогонные аппараты – верх стерильности по сравнению с этими методами. За продажу Чингаа грозит большой штраф и тюрьма. Молер – полынная настойка на зерновом дистилляте. Тот, кто пробовал этот напиток, говорят, что этот жутко горький вкус как будто остается с тобой на всю жизнь. Отрыжка напоминает смесь жженой резины и скипидара. Смотрите сами на реакцию после дегустации. Цонгсул представляет собой настойку с мягким терпким вкусом и легким ароматом жасмина. А вот готовится она на основе лекарственных трав, перемолотых кошачьих костей и фекалий животных, птиц и человека. Все это перемалывается в кашицу и настаивают на спирту в течение 4 месяцев. Отлично снижает уровень холестерина, понижает давление и до сих пор подается в корейских ресторанах. Есть пиво, которое называется Армагеддон. И не зря. Процент алкоголя составляет в нем 65 градусов. В связи с этим это пиво пользуется большой популярностью в определенных кругах. Одной бутылки, как правило, хватает, чтобы завалиться под стол. Вряд ли кто-нибудь сможет найти Gilpin Family Whisky в меню или на прилавках. Его готовят исключительно под заказ. Его фишка в том, что его изготавливают из мочи людей, болеющих диабетом второго типа. Не знаю, кому и зачем это может быть нужно, но о вкусах не спорят. Балантайн. Лучшие виски на свете. Опасный алкогольный напиток айоаска оказывает галлюциногенное действие. Изготавливают его в Амазонии из так называемой бахчевой лианы. Это растение местные жители также называют лианой мертвых. Те белые люди, кто пробует айоаску, делают это только ради мощного прихода, который, по их словам, напоминает посещение загробного мира. Ну и как вам эти напитки? Если честно, не могу даже представить праздник или даже повода, благодаря которому захочется выпить это. Конечно, нет. Если вас удивили эти напитки так же, как и меня, поделитесь этим видео с друзьями. Они, возможно, не догадываются, что в мире существует такое. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео на канале. Глубоко уважаемые виски. Я прощаюсь с вами на неделю.